Всем море приветов, друзья! Нептун здесь, и это The Nightfall, прохождение. Два ночи. Два часика ночи. Мы дожили. Как вы понимаете, да, что два часика ночи, это, блин, реально поздно, это темно, это жутко. За окном гроза, идет дождь. Но я около камина, здесь уютно. О! Так. Чтобы больше так никто не делал. Вы что, совсем что ли сдурели тушить огонь в камине? Прям передо мной, нагло. Черт, я боюсь. Я пытаюсь быть типа грозным таким весь, ну, неприступным, храбрым. Но по факту, мне действительно довольно-таки страшно. За окном еще у меня реально, ну, в реальности, то есть, за окном у меня довольно поздно сегодня, темно. Так что это полное погружение. Я играю ночью. Чего мы только здесь не видели, да? Всякие клоуны. Проезжающий фургончик мороженого. Какие ж твои мать кошмары меня ждут сегодня, а? Не, ну вот там же есть люди, видите, напротив меня в доме. Эй! Я вот машу руками, кто-нибудь меня видит? Чуваки! Позовите, не знаю, полицию, что ли, военных. Да хоть кого. Хотя бы сантехника вызовите. Что-то как-то, блин, паршиво, я один. Так, это я читал. Винишко. Кто хочет хряпнуть винишко? Признавайтесь. Так, у меня всего осталось две батарейки, кстати говоря. Я очень давно... Я очень давно не лутовал, поэтому думаю, что вот в этом видео, в этой серии мы будем очень много изучать вещей. Мне рили, мне нужны свечки, мне нужны спички, мне нужны батарейки. В поисках батареек, да? Черт, как же это... Блин, как же это пугающе. Ну, тревожно, да? Вот чувство тревоги. Вообще все звуки вечные. Короче, я буду закрывать окна. В пень. На улице типа холодно. Типа гроза. Все дела. Будем запирать. Да, кстати, напомню, кто не помнит, у меня электроэнергия нахер отрубилась, и в итоге мы теперь не можем нормально использовать освещение, да? Кто-то звонил? Или мне показалось? Кто-то позвонил в двери, да? Вы чё? Я же здесь. Прямо передо мной звонить в наглую? А вас не смущает, что я около двери стою, нет? Короче. В пень, все в пень. Ну вот, хотя бы так. На все окна позапирать. Да, не работает. Shit. Да, да, плохо. Так, давайте еще одну батарейку заюзаем. Эх, увы, но... Это почти последняя батарейка, что у меня осталось. Так, тут я все запер. Что? Это что, фургончик мороженого? Где он? А, вон есть, смотрите, опять.
Твою мать, давай-ка отсюда дуй нахер. Даже не думаю сюда ехать. Езжай, езжай. Езжай. Правильно. Эй, какого хрена ты остановился опять? Опять? В этом гребаном доме опять же? Он полчасика назад тоже там останавливался. Черт. Так, я здесь все посмотрел, да? Ничего не оставил? Батарейки. Мне батареечки найти. Уезжай нахер, гребаный клоун. Так, погнали-ка лучше наверх. Ой, какой наверх, говорю? По коридору. Пройдемся. На кухню зайдем. Блин, звук был громче, как будто, да? О! Записка на двери на кухне. Ее раньше не было? Милый, сегодня курьер привез трехколесный велосипед для Майка. Ты знаешь, от кого это? Может, кто-то из родителей, одноклассников? Надеюсь, это не ты потратил то, что мы откладывали на отпуск. Опа. Велосипед. То есть этот велосипед им кто-то подарил? Ха-ха-ха. Вы понимаете, что это значит? Это, наверное, клоун пытался заманить ребенка подарком дорогим, да? Так, парочку баночек Пепси я зафигачил. Да. Тихо, 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 тихо. Так, это было, да? Черт, тварь, как мне это прям мне жутко выводит из себя. Жутко бьет по нервам эти звонки гребаные. Так, батарейки. О! Что это, блядь? О, твою мать. Фак. Что это было, я не заметил. А что было-то? Что-то в зеркале? Что-то произошло, я не заметил, друзья. Ну, просто по звуку даже было неприятно. Не хватило даже звука, чтобы наложить полную кучу кирпичей. Е, нашел. Нашел и батареечки. Там что-то про велик договорилось. Давайте мы посмотрим на велик. Так. Так, велик. По-моему, он немножко отъехал, да? Он был дальше. Блять! Нахер пошли? Нахер пошли? С вашими гребаными проклятыми велосипедами! Вы видали эту дичь? Ах, я на него не смотрю когда, отворачиваюсь, он едет. Фак. Самая жуткая дичь была сегодня. Да хватит звонить. Я же сказал, что гостей не жду. Этот велик жутко напрягает, он меня прям выбил. Из колеи. С этим великом явно что-то не так. А представьте, он будет теперь по всему дому подо мной ездить, я обделаюсь на месте. Тихо. Велик. Может, на нем что-то есть? Хм. Теперь он вроде бы без движения. А-а-а! Нужно здесь стоять.
Так, все, он остановился. Черт, велик. Так, ну... Должно же быть что-то. Ты же не просто так ехал, правильно, велик? Ты же двигался, значит, должен быть какой-то колючек. У тебя здесь появится, к примеру, или какой-то еще предмет. Спички. А батарейка? Что? Кто-то крикнул? Типа, а-а-а! Слышали, да? Или мне показалось? Так, погнали-ка лучше наверх. Мы там давненько не были. По крайней мере, сегодня. Все. Проливной дождик. Дождик проливной. А свечек-то мне очень мало, кстати. Так, Джерри. Джерри, как ты, как дела? Свинка моя морская. Так, окей. Этот мороженщик уехал. Help. Надпись на кубиках. Так, что можем здесь найти? Только нет, увы. А, кстати, эта игрушка, она обратно уехала, помните? Она была на первом этаже и появилась как-то. Как-то раз появилась на первом этаже. Батареек нет, плохо. Ага. Кукла, ты на меня посмотришь? Обязательно. Все, тишь да благодать. Ни батареек, ничего. Фонарик у меня плавненько подыхает. Куклы зловещие. Там спички, что ли? Да. Это были именно спички. У меня все спички есть. А вот батареек бы побольше. Опять звонящий. Эй, звонящий. Ты будешь долго этим... заниматься этой фигней страдать, а, чувак? Да ладно, опять. Опять гребаный мороженщик. Ты издевка. Короче, делай, что хочешь, мороженщик, а мне не до тебя. Вот опять крик. Крики были. Похоже на крик девочки. Где-то. Опа, теперь он остановился там. Может, я вижу прошлое? Вот он останавливается, видимо, в разных домах и похищает детей. Вообще меня, знаете, меня смущает тот велосипед в гараже. Он не просто так двигался. В этой вообще игре ничего не бывает просто так. Надо бы проверить. Ох ты, блядь. О, гребаный велик. Так казалось, что с ним что-то не так. Ну, типа, я думаю, дай-ка я еще раз проверю, что там в гараже с этим великом не так.
Вот это я орнул. Ну, то есть я прям... У меня так прям, знаете, острый приступ волнения прям по всему телу как будто прошелся. Во, велик. Ну ты же проехал. О, бумажка, этого не было, да? Трехколосный велосипед, сделан в США. Производитель велосипеда для детей. Приобретено 3 ноября 69 года в магазине велосипедов Смит и Сын. Цена $79.99 с учетом налогов и бесплатная доставка. Личное сообщение от покупателя. Майк, вот велосипед, который тебе так понравился. Развлекайся. Обожаю радовать детей. С наилучшими пожеланиями, твой улыбчивый друг. По скриптум, если хочешь, можем вместе снять кино. Обязательно прихвати свой трехколесный велосипед. Какой-то пидобир, блин. Вот так вот. Внезапно мы нашли, как закончить эти полчасика. Ну, кто же знал, что нужно было обратно пойти в гараж и испугаться этого гребаного велосипеда. Ну, поглядим, что будет дальше. Пол третьего ночи. 3,5 часика. До рассвета. Так, спички. Спичек у меня полно. Вот, блин, батареек мало. Давайте посмотрим. Так, все еще идет дождь. Пшик-пшик. Батарейки. Дайте мне парочку батареек. Вот одни, я помню, нашел здесь. А вдруг повезет. Я найду их дважды, хрен там. Черт, мне фонарик просто еле живой. Так, ничего не поменялось, да? Пойдемте тогда на кухню. На первый взгляд, здесь тоже все так же. На холодильнике скоро все протухнет. I don't like beer. I'm not thirsty now. Maybe later. Все, я уже напился. Так. Подозрительные вещи. Есть тут подозрительные вещи? А батареечки? Черт, как же темно, как же жутко. Ну, могли бы батарейки подкинуть. Не пожадничали бы. О! Кассета у меня, конечно, есть. А магнитофон я как подключу? У меня не работает здесь, ну, света нет. Что... Что-то хлопнуло. А что хлопнуло? Это фак. Ну зашибись. Ну-ка давай. Гори. Хоть что-то хорошее в этом мире. Хоть что-то теплое, да, в этом мире? О, батареечки. Бинго. Почему здесь только одно бухло? Почему нет батареек? Так мне необходимых. Так, ну что, пойдем? Сейчас вот только сюда зайду.
А затем можно потопать на второй этаж. Спички, это, конечно, хорошо. Блин, я не знаю, я не могу, я... У меня уже глаза болят в темноте сидеть. Давайте будем включать фонарик только в важных моментах. Или вот так вот хотя бы. Так, что-нибудь подозрительного есть? Go к Джерри? Джерри? С Джерри все хорошо, друзья. Можно как-то расслабиться потихонечку. Джерри, привет. Ботиночки. Опа. Погоди. Эти мягкие игрушки пропали. Один кролик, помните, был здесь, один большой стоял? И вот здесь внутри тоже один. Теперь их вообще оба нет. Обоих. Фак. Плохой знак. Где теперь они сидят? Ну да. Тоже, знаете, как по стандарту. Что? The fuck? Эй! Эй! Вы что, издеваетесь? Фак. Мама, папа. Почему вы нас не видите? Мы все подожгли. Подожди, что-то я не понял. Мама, папа? Почему вы нас не видите? Мы все подожгли. Что значит все подожгли? Не нужно что-то найти? Может, фейерверки? Все подожгли. Что они имели в виду? Может, куклу поджечь? Поджог. Это, наверное, не то, что они хотели. Кукла, с тобой явно что-то не так. А ну давай, колись. Да, может, вы откроете все-таки? Да. Может, они хотят, чтобы я вот эту игру прошел? Да идите вы в пень, она тяжелая. Не работает у меня музыка. А почему я не могу выйти через окно? Что это? Там что-то светилось в окне. Во, видите, опять. Я свечу фонариком в ответ. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Это мне нужно повторить или что? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Три, да? Один, два, три. Черт побери, что он хочет? Что-то мне нужно поджечь? Почему вы нас не видите? Я тебя вижу, чувак.
Опа. Опа, опа, опа. Кто? Я не жду гостей. Чё стучите? Проваливайте нахер. Я вас не звал. Фак. Чё, вы издеваетесь? Окей, тихо. Вроде все хорошо. Дети пытались привлечь внимание фонариком. Несколько минут. Безуспешно. В доме напротив соседи уехали в отпуск. Это вот в моем доме, где я сейчас играю. Ага. Три часика ночи, друзья. То есть в этом доме напротив... Где вот светился фонарик, да? Там, видимо, было убийство детей или похищение детей. Они пытались привлечь внимание. Сюда светили, в этот дом, где я сейчас бегаю, но... Прошлых хозяев здесь не было. Окей, жесть. Три часика ночи. И до рассвета три часа? Ладно, давайте продолжать. Привет, Джерри, как дела? А игрушки? А, игрушки на месте. Кстати говоря. Да, Джерри, все хорошо, не переживай. Ты храбрая морская свинка. Все позавидовали твоей храбрости. Так, может быть мне... Вот здесь еще проверить разочек. Все-таки прошло полчасика, возможно, обновились некоторые вещи. И я смогу что-то найти. Так, спички там же лежат. Черт, видишь, знаете, я уже машинально смотрю вот туда. А вдруг там кто-то опять начнет звонить. Так, окей. Манекен опять же отсюда пропал. Помните, я заметил, что здесь был манекен? Закрываем окна. Ничего не оставляем. Да, конечно, я нашел спички. Но сильная погода мне это не сделала. Нет, у меня свечек больше нет. Вот это реально херово. Опа! Веселая кукла ведьмы! Ты чё? Зеркало. Блять. Так я знал, что это дерьмовое было затея. Так я знал, что это грёбаное дерьмовое было затея. Грёбаные зеркала трогать. Клоун. Опять, видали, там был клоун? Там был маленький клоун. Или нет, он был не маленький, подожди. Записка, она была здесь? По-моему, не было. Мэгги, я не могу сидеть и ждать звонка из полиции. Я снова поговорю с соседями. Дети должны быть поблизости. Рейтеоны из дома напротив, скорее всего, до сих пор в отпуске. Но остальные на нашей улице должны быть дома. Пока электричества нет. Чё это нахер? Воу-воу-воу-воу, что это было? Что это было? Спрячьте меня в гребаном шкафу! Блять, залазь, присядь. Не могу. Кто там долбился, как будто кто-то выламывал двери.
Вы видели эту записку, да? То есть, искали детей, пропавших вон в том доме напротив. Так почему это все у меня здесь происходит? В моем доме здесь? Убийство это произошло там? А я вообще сюда только переехал. Почему я должен все это переживать? Я вообще чужой в этом городе. Не понимаю, какого хрена? Рано, малыш, еще рано. Дайте мне батареи гребаных. Побольше, побольше, давайте, не жалейте. Твари, не хотят давать батарейки. А кто там выламывал двери, а? Мать ее за ногу. Погоди. Тебе весело, да? Тебе охренительно весело? Гребаная кукла ведьмы. Что-то fuck up. Окей. Ты гребаный манекен. Манекен. Меня он бесит. Окей. Это нормально? Ну, то есть, я не сумасшедший, да? Я не сумасшедший, я не сошел с ума, вы это видели тоже? Здесь стоял манекен. Я просто немножко испугался, отошел назад, вернулся, а его уже нет. Знаете, как в фильмах. Какой-то шаблонный момент, когда чувак видел какую-то странную дичь, потом зовет своих друзей. Какого, блин, хрена? Кто заколотил мои окна? Видите, вот здесь доски появились. Какого хрена? Так, я не понял юмор, погоди. Я только здесь? Эй! Твою мать! Я зря запирал окна. Меня все равно заперли. Смотрите, на всех окнах появились доски заколочены. Мне все окна заколотил какой-то ублюдок. Неужели это проделки клоуны? Или все, все заколочено? Заткнись, не пойду туда. Джерри, ты здесь? Так, с Джерри все хорошо. Кролик опять пропал. Ты мягкая игрушка. Вот что это был за звук. Что? Клоун? Смех клоуна. Жуткий смех клоуна только что был. Ну это где был? Где-то снизу был, на первом этаже. Черт, как же это напрягающе. Так. Манекен. Что за пик-пик-пик-пик? Что это было? Что за пик-пик-пик? Как будто кто-то клоунский носик нажал, да? Чё-то как-то жопошно. Так. Манекен. Манекен. Ты нормальный? Ты меня напрягаешь, чувак. Ты просто постоянно телепортируешься, и это напрягает, рили. Не делай, пожалуйста, так больше, хорошо? Убери, убери, закрой, закрой. Не хватало еще, что ты меня напугал опять. Вы же помните, что было однажды? Он руки вскидывает и звук страшный. Я не хочу. Я обойдусь. Так. О, зашибись. Манекен пропал опять. Так куда мне топать-то? What the fuck? Откройся.
Тут вроде все... А, смотрите. Записка появилась. Вам не сбежать. Теперь вы мои дети. А, почему? Что происходит? Может быть, я одна из тех девочек, которая пропала в прошлом? Но, видимо, от шока у меня была амнезия, а теперь меня преследуют воспоминания прошлого. Почему? Почему бы и нет, кстати, да? А это что? Какой-то обожженный клочок бумажки. Мы точно знаем, что это твоих рук дело. Твоя поимка, жалкий говнюк, это вопрос времени. Слышишь меня? Только вопрос времени. Протокол допроса, кстати. А времени? У меня его много. Ты чертов... мы еще найдем улики в фургончике для мороженого. Дурацкий клоунский костюм нашли. И это тоже сумеем. Что дурацкого в клоунах? Дети любят клоунов. И мороженое. Некоторые даже готовы за него умереть. Я... меня от тебя тошнит. Мы найдем, где ты скрываешься. Мы найдем сраное твое логово. И где ты держишь детей. Где ты снимаешь свои отвратительные фильмы. А потом мы доберемся до тебя, свинья. Фух, еще полчасика кошмара позади. Вы поняли фишку? Этого клоуна когда-то поймали в прошлом? Был допрос, вот они допрашивали клоуны. А ему было плевать, он такой, типа, а, дети замороженные могут убить, ой, умереть. То есть у него было логово, где он прятал детей. Ну, как я понял, его так и не нашли, да? Пол четвертого ночи. Ладненько, друзья, давайте мы, наверное, здесь закончим серию наших эпичных приключений. Надеюсь, вам понравилось. В общем, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун и прохождение The Nightfall. Всем пока-пока.